Аллилуйя, Шайни. Шайни хуй... Хуй думал. Шайни хуй... Сказанул, так сказал. Шайни хуй дум. Это... Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, в новую серию нашего шестого сезона с модом Пиксельмон. И перед тем, как продолжить наше путешествие в мире покемонов, давайте посмотрим, какое же развлечение нас ждет в этой серии. Одеваем наушнички и погнали, ребята! В этой серии мы уже наконец-то эволюционируем Иви в Амбриона, и также просто-напросто дальше будем пытаться найти каких-то крутых покемонов, которых мы будем ловить, боссов, может, даже найдем, шайни, и также попытаемся словить легенду. Смотри, какой я красивый вид тут нашел, в принципе, очень даже офигенно, я даже уже скриншотик, ребята, сделал... Я уже тут немного полетал, как видите, я уже даже гейммод включал, потому что, ну, все-таки скриншотики тут офигенные, да, вот если как-то вот так с угла зайти, да, то есть я летаю и ищу такие крутые места, где можно просто селфануться, да, где можно вот такие крутые места пофоткать, потому что реально это меня даже очень прикалывает. Наверное, мне фотографом нужно было бы быть. Но все же, ребята, перед этим, как обычно, я бы вас очень сильно хотел посмотреть. Да, я бы, ребята, вас очень сильно хотел посмотреть вживую, но все же попросить поставить лайк. Ребят, не забываем то, что серия выходит на следующий день после того, как мы набрали прямо американец какой-то 1000 лайков. Многие ошибаются, потому что вчера мы набрали 1000 лайков с утра. И многие меня уже там, не знаю, критиковали, мол, Эдисон, мы набрали 1000 лайков, а серия почему-то не вышла. Потому что мы набрали 1000 лайков с утра, значит, мы в один день набрали 1000 лайков, значит, все-таки серия выйдет на следующий день, то есть сегодня, ребята. Поэтому, как только мы наберем 1000 лайков, я вам даю прям обещание, то, что серия выйдет на следующий день. Если нет, вы знаете, ребята, то, что вы можете попросить... даже не попросить, а просто, если мы наберем лайки. Это Шайни! Это Шайни! Шайни по черису! А зачем? Охренеть, ребята, как думаете, может нам тогда поменять? Ладно, давайте я уже закончу то, что я говорил. Ребят, 1000 лайков, на следующий день выходит сразу следующая серия Пиксельмона. Какие доказательства? Если серия не выйдет, если, допустим, лайки мы наберем, а серия не выйдет, вы можете иметь... полное право написать мне ВКонтакте, чтобы, во-первых, я добавил вас в друзья, сделал вам какой-то подарок, во-вторых, и, в-третьих, расписался у вас на странице, да, то есть оставил свой автограф, и я просто-напросто буду не вправе отказать. Но это если только мы наберем 1000 лайков, я также буду очень благодарен. Ребята, также не забываем оставлять комментарии, ведь я общаюсь с 7 подписчиками, если ты не веришь, что можешь его ставить, и последнее, подписываемся на мой канал, я буду очень сильно рад, если ты вот это, вот ты прям, чувак, это сделаешь, я буду прям очень тебе благодарен. А мы, ребята, застукали тут лесной пожар какой-то, офигеть, но дело-то не в том, то, чтобы по черису твою мать нашли. Офигеть. Райчу, Райчу, гори. Давайте, ребята, отсюда выбираться. Я не успел сюда зайти, как тут уже по черису. Снайви, паскуда. Снайви, паскуда. Подойди сюда. Там еще одна по черису бегает, но это обычная. Ребят, что нам делать сейчас с этой по черисой? Снайви. Опа. Месси, сейчас прям застукаем. А, твою мать, это не Снайви, это Сервайн. Иди ты в пенек, не нужен нам Сервайн. Вот если бы Снайви это была, я бы обрадовался. Но что-то у меня глючит, твою мать, или мне кажется. Я просто-напросто не успел зайти в игру, как вы заметили. И я уже нашел Шайни. Офигеть. И Катерпи, здрасте. Может, нам даже Катерпи нужно будет словить. И что даже самое неожиданное, что я, блин, офигеть, как... Приофигел, офигеть, как приофигел, потому что, ну, ребят, все-таки вы знаете то, что Шайни мы встречаем все-таки не каждую серию, и то, что мы встретим, охренеть, у меня лагает, и то, что мы встретим Шайни, это, в принципе, большая редкость. И это третий Шайни, дайте я, может, шейдеры нахрен выключу, это третий Шайни в этой,
в этом сезоне. У нас есть Shiny Гипно, Shiny Скорупи, но уже эволюционированный, да, и Shiny Почерису, вот такая розовенькая. И сейчас у меня возникает вопрос, ребята, что нам делать с этой Снайви, которая сейчас у нас присутствует? Снайви, твою мать, не Снайви, а Почерису. Я что-то, ребят, я все время говорил Снайви, извиняюсь. Не Снайви, а Почерису. Что нам делать с этой Почерису, которая у нас сейчас есть? Зачем я держу Почерису? Затем, чтобы прокачать ее до 100 уровня и посмотреть, будут ли с ее помощью выпадать нам какие-то крутые шмотки. Потому что вы знаете, то, что у Почерису есть такая возможность, то, что с ее помощью вы можете дропать вещички с обычных покемонов. И вот сейчас мне как подписчики сказали то, что чем больше уровень Почерису, тем больше шанс, что, во-первых, тебе дропнется какая-то шмотка, а во-вторых, то, что она будет намного лучше, да, допустим, какой-то там экспешер или тот же мастербол. Ну, не знаю, может, да. Поэтому я ее и качаю. А вот сейчас у нас выпала Shiny Почерису. И вот сейчас, ребята, у меня вопрос, что мне нахрен делать? Я 1000000% не буду откладывать эту Почерису и брать Шайни для того, чтобы прокачивать. Потому что еще 100 уровней прокачивать, или сколько там у нас получится, еще 76, как сейчас. Извините, ребята, я не смогу. Я уже хочу эту нафиг Почерису выложить, потому что, если честно, она меня уже, ну, немного заколебала. А если заново прокачивать, это вообще с ума можно будет сойти. Может нам... Я не знаю. Давайте так, чтобы меня... люди не считали читером, я спрашиваю у своих подписчиков. Поэтому, если даже кто-то будет меня обвинять, я скажу, меня не обвиняйте, подписчиков обвиняйте, это они решили. Ребята, такой опросик. Напишите, пожалуйста, в комментарии, разрешаете ли вы мне удалить эту Почерису 76 уровня и вместо... и удалить ту Shiny Почерису, которую мы словили на начале этой серии, и выдать себе 76 уровень Shiny Почерису. То есть, можно сказать, мы удалим обычную прокачанную Почерису и Shiny Почерису, и выдадим себе Shiny прокачанную Почерису. То есть, заменим, можно и так сказать. Я сам такие решения не люблю принимать, потому что, ну, как я уже сказал, если нормальные подписчики меня поймут, да, то есть поддержат даже в таком выборе, то многие просто-напросто обвинят меня читером, у Эдисон, это нечестно и всякое такое. Поэтому я тоже не хочу... Здрасте, Сивайпер. Я тоже не хочу, ну, в такую ситуацию, да, попасть, чтобы меня так обвиняли. Поэтому я, ребята, у вас спрашиваю, если что, вина ваша будет, не моя. Ну, в смысле, да, я шучу. Но... разрешаете ли вы мне или нет? Если да, я в следующей же серии поменяю обычную Почерису на Shiny Почерису и скажу вам спасибо за то, что, ну, мы сделали такую крутой выбор. Ребят, я прошу прощения, но я сейчас не могу сдержаться. Я включу день. Меня вот это завораживает сейчас. Я просто хочу тут скрин сделать. Это охрененно. Я не знаю, я люблю такие места, вот я не могу удержаться, когда я вижу какой-то крутой пейзаж. Меня прям тянет его сфоткать, сделать какой-то крутейший скрин. Вот, в принципе, даже вот тут можно. Я не знаю, ребят, мне, наверное, реально нужно было бы фотографы какие-то пойти, потому что у меня прям, знаете, у меня есть мания вот этого. Когда я вижу какой-то крутой пейзаж, меня прям тянет его сфоткать. Наверное, все-таки мне нужно было фотографом вставать. Но поздно уже, ребята. А кого мы ищем? Кого мы ищем в этой серии? Мы, в принципе, уже даже... мы уже дошли Shiny Почерису, поэтому нам уже, если честно, никого даже не нужно. Но все же нам нужно еще прокачать Иви, как мы говорили в предыдущей серии. Я не знаю, куда бы нам ее пойти прокачивать. Может, все-таки пойти в саванну, попытать удачу, и может нам еще даже заспавниться Райкоу. Ну, если... это какой 46 уровень. Ну, потому что, если вы не знаете, то в саванне спавнится легендарный покемон Райкоу. Если нам, в принципе, офигеть как повезет, то может он даже заспавнится. Я не знаю, ребят, в принципе, мы можем попробовать. Да, в этом такого ничего нету. Мы можем туда тпхнуться, если что-то нам не понравится, мы можем вернуться. Поэтому, наверное, мы, ребята, туда и пойдем. Так, я вот эти все повыключал. Давайте Desert Big Forest... Забдус, да, вот сюда, Enable. Это в саванне, в принципе, мы появимся возле алтаря Забдуса. И мне лень это переименовывать, да, в принципе, как сейчас есть, так оно и будет. Пускай мне это даже нравится.
И также, в принципе, тут даже очень вероятно найти каких-то боссов, потому что, как я знаю, практически всех боссов, которых мы находили в этом сезоне, мы находили в саванне, да, может там одного босса мы вроде нашли возле нашего дома, это был там вроде Гулдак, это, ну, водный покемон, да. А всех остальных мы вроде в саванне находили. По сути, если так подумать, составить такой небольшой списочек, значит, большой шанс то, что покемоны заспавнятся то ли в саванне, то ли просто-напросто нам везет то, что мы их в саванне замечаем, да, в других биомах нет. 25, они какие-то такие мелкие уровни в этой серии. То есть, обычно они там около 50 уровня, сейчас они какие-то там 25-е и практически... И все 25-е, твою мать! Это кто? Это кто? Опа, а это кто такой? Ребят, это новые покемоны, я их еще ни разу вроде не видел. Ай, твою мать, нос зачесался. Квагзиав. Не хочу я тебя, квагзиав. Крокозяблик какой-то. Чупакабра нафиг. А мы, наверное, пойдем куда-то, я не знаю, камерапта убьем. Какой он там уровень, вроде большущий, 44-й. Нормально, зажарим сейчас мяско, зажарим, поджарим. Убей ты, ух, ни хрена себе. Ты какая-то, во, пошел урончик, а то ты стукаешь его на какую-то фиготню. Так, замечательно, два куска, оп, и так сколько, 197, ладно, Иви, погуляй. Погуляй, а мы побегаем. Ребят, я понимаю то, что вы любите умничать, то есть многие мне говорят, что, мол, Эдисон, если ты хочешь прокачивать счастье, то выкидывай Иви, пускай она за тобой бегает. Ладно, я это знаю. Но что потом? То есть будет она бегать, а нам что, просто смотреть на нее? Потому что если она бегает, если я кидаю в бой другого какого-то покемона, то Иви засовывается обратно в покебол, она... Стоп, вот, все, ее больше нету. Даже если мы сейчас ее кидаем гулять, и, например, мы вступаем в... Вот она за нами, видите, ходит. Мы вступаем в бой, убиваем покемона. Я сказал, убиваем покемона. Твою мать, третий раз говорю, убиваем покемона. Четвертый раз говорю, убиваем покемона. И она засовывается обратно в покебол, да, то есть... Ну, ладно, мы его выкинули, что нам, просто смотреть на нее 30 минут серии и больше ничего не делать. Согласись, что это, ну, не очень круто будет даже вам смотреть, как мы просто-напросто обычно будем бегать. Поэтому, ну, я не очень вот такое люблю. Пускай мы лучше прокачаем вот так, обычным путем, да, через скач, чем выпустим ее и просто будем любоваться. О, какая Иви красивая, мы даже в бой не можем вступить, потому что мы Иви качаем. Мы тут были, твою мать, я уже обрадовался, новая там сокровищница. А оказывается, там ни черта нету. Desert Hills, Грудоша. Ребят, я даю 100%, но еще Грудон появится. Вы мне не верите? Я смеюсь вам в лицо. Вот, ребят, вы можете... Как вы можете мне не верить? Если я сказал, что в этой серии заспавнится Грудон, значит, он 100% заспавнится. Вы какие-то, ребят, вообще в меня не верите. Если я сказал, значит, так оно и будет. Вот увидите. До конца серии 100% заспавнится Грудон. А если Грудон не заспавнится, то я вам обещаю то, что Грудон не заспавнится. Но все же мы посмотрим, ребята. Мы посмотрим. А что там с Desert M-ом? Мы, в принципе, хотели его найти. Я не помню, мне вроде один... А ну, сейчас. Не, ребят, я не нашел. Я вроде там помню, давно мне подписчик говорил, скинул мне координаты, да, какие-то там. Мол, где я нашел Desert M, но я не помню, потерял вроде то сообщение. Извиняюсь, но все же мы потом найдем еще. Мы потом еще найдем. Без этого никак, потому что к концу, в принципе, вообще сезона я имею большое желание словить и Ларвесту, и также просто-напросто Сандила, потому что Сандил — это очень крутой покемон. Потом Крокода... А, я забыл, камерап же не... Электричество на камерап-то не влияет. То, что Сандил очень крутой покемон, а его вообще последняя эволюция вообще шикарная, да, там... Крокодильчик. Противный Флайгон, паскуда, иди сюда. Я прям тебя сейчас с удовольствием убью, честное слово. Ты прям бесючий такой, что... Ты меня еще убил, паскуда. Ты Но зато мы сейчас тебя, Иви, забабахаем и получим 5 кусков опыта. Сколько там уже? 201. Ребята, еще 19 счастья, и мы уже прокачаем
Да, не прокачаем, а эволюционируем Иви в этой серии. Но вот я не знаю, все-таки может мне тут продолжать бегать с надеждой то, что заспавнится Грудон, или я не знаю. В джунглях нету смысла вообще ничего ловить там, даже если Мью заспавнится, но там ее тяжело будет найти. А прокачивать там вообще, ну, не вариант, потому что там нету каких-то больших уровней, да. Может, иногда встречаются, но это редкость. Ну ладно, сейчас выбегай, сейчас побегай, хотя... Ну, хотя вот Магмар заспавнился, там еще один Магмар, мы сейчас в бой вступим и обратно Иви засунем. Я не знаю, Иви, ты сможешь что-то сделать против Магмара? Ты бы, в принципе, уже сама бы должна была бы качаться, и было бы намного проще, но, как я вижу, ты еще не очень так справишься. Вот когда ты будешь... Кави Дабл Эдж... Вот когда ты будешь Амбрионом, я согласен с вами, ребята, она прям тащить будет. Но до Амбриона сколько там еще осталось? До Амбриона еще 16 счастья осталось. Иви 41 уровень, ни хрена себе. Ладно, Иви, ты побегай, реально тебе нужно немного побегать, потому что... Тебе еще 16 счастья, а ты уже 41 уровень. То есть, ну, чем дальше, тем тебя тяжелее прокачивать. О, круто. Чем дальше, тем тебя тяжелее прокачивать. А тебе еще, в принципе, уровней так 5 нужно бы прокачать. Иви, только не опаздывай, тебя никто ждать не будет. Ни маршрутка, ни я, поэтому успевай за нами. Я не знаю, ребята, есть ли смысл крутиться нам возле Desert Hills. Я бы очень хотел верить, что да. Я бы очень хотел верить. Мы же крутимся и возле Desert Hills, и мы же крутимся возле, возле саванны, поэтому двойная надежда, то, что кто-то все-таки вылезет, там мама попросит его, там, Грудоша, пойди выкинуть мусор. А тут хренак Эдисон стоит с мастерболом и прям запинает Грудона в мастербол. Но нам нужно, походу, где-то заныкаться, да, чтобы Грудон пошел выкидывать мусор и нас не увидел, а мы его просто-напросто словили. Ну... Я не знаю, будет ли это так или нет. Будет ли это так или нет. Или Райкоу. Я не знаю, вот я бы прям любому любой легенде бы обрадовался, честно. Это вроде уже 43-я серия, а мы еще ни одну легенду не словили. Иви, здрасте. Мы еще вроде ни одну легенду не словили, которая спавнится сама по себе, да. Ну, потому что легендарные птицы не спавнятся сами по себе. Мы их спавним с помощью алтаря и рба, да? Поэтому... Битбокс. Поэтому, ребята, я не знаю. Вот реально, вот честно, даже мне подписчики уже многие писали, что да, мол, Эдисон, разработчики Пиксельмона с каждой серии все больше и больше, больше и больше, твою мать, режут шанс спавна легендарных покемонов. Я не знаю, нахрена они это делают, лучше бы вы чем-то другим занялись, там текстурки бы поменяли, тому же, я не знаю, тому же... Вот, ай, сейчас рука зачесалась, то в одной серии сиська, то нос, то рука, вот Кьюбону бы поменяли, вот Поку бы поменяли, вот, да, в принципе, 50% бы всем покемонам поменяли какие-то текстурки, поставили бы какие-то реальные текстурки, чем просто-напросто брали и резали спаун легендарных покемонов, у которых спаун не так мизерный, да? Я не знаю, зачем они этим занимаются, 206, но мы подняли 2 счастья, не скажу, что это много... Я не скажу, что это много, Селеби. Селеби сейчас заспавнится 100%, ребята. Вы мне не верите? Как вы можете мне не верить? Я уже, в принципе, так говорил и о Грудоше, и о Селеби. Но Селеби сейчас 100% заспавнится. Я прям чувствую задницей то, что сейчас будет спавн Селеби. Вот сейчас, ребят, смотрите. На счет 5. Раз, два, три... 4. Сбился со счету. Я забыл, ребята, что там после 4 идет, поэтому Селеби не заспавнилась. К сожалению, я и не заспавнилась. Может, в океанам еще пойти? Или просто-напросто даже не нужно. Давайте просто будем прокачивать все-таки. Иви, давай ты за нами будешь реально бегать. Опа, здрасте, мордасте. Нормально. Потому что я вам, ребята, обещал то, что в этой серии мы уже заспавним. Твою мать, прокачаем Иви, да? Твою мать, эволюционируем Иви. Заспавним, прокачаем, но всегда не то, что нужно сказать. Я 35 слов переберу, но не скажу то, что нужно сказать. Ну, типичный Эдисон, что нужно. Что вы хотите, ребята? Всякие слова в голову
Ну, вы поняли, да? Я прям нахрен на каком-то драконьем языке начал говорить. Я всякие слова в горло. Чвань-чвань-чвань-не-майни. О, вот ты как раз большой покемон, ты нам и нужен. Большой уровень. Твою мать, ты чё перед ногами пинаешься, паскуда? Так, так, Алёна Моня. Алёна Моня. Ну, кто не знает, мы называем покемонов в честь летсплейщиков и блогеров. Сейчас мы немного приостановились, но все же мы потом продолжим, ребята. Тот ты нахрен 63 уровень, тот ты нахрен 20 уровень. Зашибись прям комбинация. А, жираф, ты где? Жирафчик. Жирафчик, жирафчик, миленький жирафчик. Мы пришли с ребятами в зоопарк. Ща посмотрим на длинношеего. Мов, тютор, здрасте. И тут кто еще у нас есть? Граулит? Я не знаю, ребят, можно граулита словить? Хрен его знает. Не знаю, не знаю. Ну, в принципе, мы вроде... Не, вульпикса мы... Кого мы там словили? Кто? Мы Тепига, вот, мы Тепига словили в предыдущих сериях. В предыдущей серии. А, поэтому, в принципе, его хватит нам. Его нам даже хватит. Там у нас еще вроде пару... О, да, Харет чесаться, тварюга. Насяндра... Огненных покемонов нам и так уже хватит на несколько серий, на несколько, в принципе, офигеть, на несколько серий, на серии так 30-40 вперед, потому что у нас там, ну, вроде несколько есть, вот этих огненных покемонов. Я тебя прошу, скажи, что мы тебя еще не лутали, я буду прям рад, пожалуйста. Паскуда неблагодарная, мы тебя уже лутали, оказывается. Мы тебя уже лутали, а я не помню. Грудоша спавнится и днем, и ночью, или только днем. Вот хрен просышь. Я вроде, как помню, давно в предыдущих версиях он спавнился в любое время, да, но... Но, как вы знаете, ребят, как я уже сказал несколько минут назад, то разработчики Пиксельмона все больше и больше каламутят. Поэтому я не знаю. Не знаю, вот, ребята, вот что я хочу... Да твою мать, харетом выхиливаться! А, то, что я хочу, чтобы вы не забыли, чтобы вы мне сказали... О, конфетка выпала. То, чтобы вы мне сказали... 10 счастья осталось. А, можно ли мне заменить эту Иви на Шайни Иви? Мне кажется... Опа, ни хрена себе. Мне кажется, что это даже справедливый обмен. Я отдам Шайни Иви, я дам прокачанную. Какую нахрен Иви? Ребят... Может мне перестать ночью записывать видео, а то вы видите то, что ночью у меня что-то не получается. Может мне отдать прокачанную Шайни по Черису и может мне отдать... Аллилуйя! Аллилуйя, Шайни! Шайни хуй... Хуйду. Шайни хуйду. Сказанул так сказанул. Шайни хуйду. Это... Это офигеть. Чё мне в голову пришло, когда я вот это... Когда я вот это сказал. Ладно, ребят, это был не мат, но просто вылетело. Как я уже сказал буквально 2 минуты назад, может мне перестать ночью записывать видео, потому что вы видите то, что со мной происходит. Мне реально нужно ночью перестать записывать видео. А то они, ну, всякие вот такие неполадки случаются. Покемона обзову случайно. Хундум, я ничего против не имел. Прости меня. Но Шайни! Офигеть! Я когда увидел, что там у него в заднице звездочки вылетают, я прям охренел, честное слово. Это, наверное, этот покемон... В списке номер один шайни покемонов, которых я бы хотел словить. Кто смотрел предыдущие... В принципе, кто смотрел вообще все выпуски открытия кейсов на моих серверах, а там, где мы открывали кейсы с покемонами, то вы могли, наверное, заметить то, что... Я буквально каждую серию говорил то, что я бы нереально сильно хотел, чтобы нам выпал шайни Хундум, да, но...
Хундур, да, его первая эволюция, но все же, ну, выпала вторая, появилась вторая эволюция, значит, мы вторую условим. И вы просто, ну, кто смотрел, тот поймет, что я прям каждую серию говорил, то, что я прям нереально хочу вот этого покемона, чтобы он выпал. Нам выпадало и Шайни Лугия, и Шайни Райкваза, и Шайни Маткит нам выпадал, и Шайни там Ашавот нам, и все практически Шайни покемоны выпадали, но кто нам не выпадал, это Хундум. Я каждую серию говорил, то, что я бы нереально был бы рад, если бы нам выпал этот покемон, потому что он сам по себе, он очень красивый, вот такой синенький, голубенький. Поэтому я прям офигеть, как его хотел. А сейчас не то, что с кейса он выпал. На сервере, где мы открывали уже нереально сколько кейсов. А он появился у нас в одиночке. Он появился у нас в одиночке. Словись, паскуда. Словили! Я просто... Ты охренел, что ли? Я просто так смотрел, я на него кинул Poison. Если бы мы его не словили в этом раунде, то он бы умер в следующем. Если бы Шайни Хундум умер в следующем раунде, я бы не знаю, я бы не простил себе вот этого. Но, ребят, я еще раз повторюсь, потому что это нереальное событие. Но просто если вот так сложить все элементы, то... На сервере, где мы открывали уже в сумме около, я не знаю, там 300-400 кейсов, я в каждой серии хотел, чтобы нам выпал Шайни Хундур или там Хун, ну, первая эволюция, да. А я в каждой серии хотел, чтобы он нам выпал, и нам даже уже Шайни там Райквазы, Шайни Луги выпадали, Шайни Маткипы, Шайни Дратини нам даже выпадали, но я все же хотел больше Шайни Хундура, чем ту же Шайни Риолу, да. И сейчас он нам встречается в сезоне, в нашем сезоне Майнкрафте. И что самое главное, там, где мы встречаем одного Шайни покемона раз в 15, раз в 20 серий. Это во-первых. Ладно, если бы мы нашли Шайни Катерпи, я бы не удивился. Но мы нашли Шайни Хундума, Хундура. Это, наверное, один из самых редких Шайни покемонов. Я не знаю, что сказать. Это плюс к тому, добавить до этого всего, что я только что сказал, то, что мы в начале этой серии уже нашли Шайни по Чиризу. Так мы в этой же серии нашли двух Шайни покемонов. То мы не... То, ребята, у нас ушло 30 серий, чтобы найти Шайни Гипно. И то я его случайно заметил, то, что там он розовенький всякий стоял. А сейчас мы нашли Шайни... Охренеть просто. Шайни Хундура, Хундума, я уже просто забыл, запутался, просто это реально мне мозг взорвало, то что не какой-то там Шайни Кьюбон или Шайни там опять Скорупи или опять Шайни Джиодуд, а наверное один из самых редких покемонов, которые могут быть Шайни. Офигеть, ребята, я извиняюсь, что его обозвал, но... Это был не мат, ребят, вы знаете то, что я не матерюсь. Если я иногда скажу там твою мать нахрен, нафиг, то это не маты. Я в повседневной жизни это всегда разговариваю, я даже с родителями так разговариваю, родители со мной разговаривают. И в принципе у нас это никогда не считалось матами, да, то есть твою мать нахрен, что там стукнулся об стенку или там об двери. Ух, нахрен, как я стукнулся, то есть это никогда матом не считалось у нас. Я не знаю, как у вас, но возможно. Но это, я не считаю, что это мат. Да, какие-то там жестокие маты, как буквально сейчас все даже популярные ютуберы уже начинают ими разговаривать. Ну, вы знаете, там на букву С, на букву Б, на букву П всякие, да, которые, видите, я даже не выговариваю, потому что, ну, я не люблю материться, поэтому я, ребята, не матерюсь. А вот это, ну, само по себе как-то вылезло, я даже не хотел материться, я даже не хотел какой-то мат сказать, это просто, да, просто... Неправильно имя покемона прочитал, можно и так сказать. Поэтому, ну извиняюсь, не хотел. Я уже не знаю, честно, может, доплевать на эту Иви, потому что это неожиданный поворот. Это неожиданный поворот. Сколько там в Иви осталось? 210 часть. Ребят, я вам обещал то, что мы в предыдущей серии... эволюционируем Иви в Амбриона. Я вам обещал то, что мы в предыдущей серии эволюционируем. Я вам обещал то, что мы в этой серии эволюционируем. Но это офигеть просто, кто нам заспамился. Я вообще не ожидал. Поэтому, ребята, все-таки осталось 10 счастья. И 10 счастья, вот что-что, мы уже в следующей серии уже 100% ее эволюционируем. Потому что вот сейчас она еще тут 2-3 минутки побегает. И, в принципе, опять выиграет где-то там...
ну, получит 2-3 счастья, да? Поэтому в следующей серии она еще там 5 минуток побегает, может мы еще с ее помощью убьем там 2-3 покемонов, и она уже 100% станет амбрионом. Поэтому, ребята, вот в следующей серии готовьтесь, то, что я вам обещаю на 100%, то, что мы, ну, не 100%, а просто, ну, как бы, просто обещаю то, что мы уже наконец-то сделаем амбриона. Потому что, ну, сейчас с этим шайни покемоном у меня просто-напросто все переплелось. Да, я одно планировал, получилось другое. И поэтому, ну, неожиданно. Мне просто до сих пор смешно, как я его случайно назвал. Но все же. Это было случайно, ребята. Я не специально его назвал, это было случайно. Ну... Это вообще как-то получилось спонтанно, поэтому, ребята, извиняюсь, ты бегаешь за нами, толстая жопа, то она как-то медленно бегает, Сайтера. Если ты какой-то... Ой, ни хрена себе, 44 уровень. Сейчас мы еще пойдем его посмотрим, какой он там крутой. 29 уровень. Давайте, вот там еще Ликитунг, языкастый, мечта там одинокой девушки, языкастый Ликитунг. Ну, вы поняли, о чем я, да? Но мы его сейчас ловить не будем. Сейчас что-то опять другое зачесалось. Твою мать, у меня какая-то чесотка нахрен в этой серии. Сайтера, я словлю... Да нафиг. Я словил бы Сайтера, если бы он был до 20 уровня. Потому что я очень сильно хочу Сайзера. Но... Это кто? Здрасте. Но он почему-то не спавнится. Я вам, ребята, обещал то, что в этой серии заспавнится Грудон, но я вот этому шайни покемону больше рад, наверное, чем Грудоши, честно. Я не знаю, почему, он мне реально нравится. Я и вот кого-кого... Это еще один огненный покемон, и вот этого огненного покемона я, наверное, 100% сделаю капитаном. Я, наверное, ребята, так и сделаю. Плюс тому он еще и шайни, то есть вдвойне приятнее, вдвойне класснее... Крутее и вообще, вдвойне вообще, да, вдвойне вообще, ребята. Это круто, вот это круто. Ну давайте мы еще сюда пойдем, на вот эту гору. Он, Грэд Болл нам выпал за серию, Дайв Болл нам выпал, Хэви Болл нам выпал, ХП Ап выпал. Что нам еще выпало? Вроде больше ничего, да? Так, ладно, здрасте. Вот это выкинем, это выкинем, это выкинем опять. Пускай. Ну, засранный инвентарь, да, нужно немного иногда почистить. Иви. Я ее случайно забрал обратно и что? Сейчас мы еще заберемся на вот эту гору, посмотрим. Посмотрим, кто тут обитает, да? И, наверное, ребят, мы уже будем сваливать отсюда. Нет, мне почему-то на секунду показалось, что это босс, но это не босс. На секунду показалось. Иви, ты где, паскуда? Ты какая-то... Да твою! То ли я уже жирная жопа, не могу запрыгнуть. Иви, здрасте, вы где? Какая-то не очень... Не скалолазка, не любит по скалам лазать, как я вижу. Я забрался на самую вершину. Никого тут нету, уходим. Иви, здрасте, мордасте. 5 счастья осталось, и мне кажется, сейчас ее лучше даже не прокачивать, потому что если мы ее наберем, если мы ей наберем 220 счастья днем, то она станет не амбрионом, а она станет эспионом. То есть, если мы ей наберем 220 счастья ночью, она станет амбрионом. Если мы ей наберем 220 счастья днем, она станет эспионом. А эспион нам в данный момент не нужен. Я хочу... Не спиона, а я хочу амбриона. Флайт! Паскуда, ты кричащая. Я не знаю, кто его озвучивал, кто ему имя давал, но это не имя, а голос, но это охренеть просто, честно. 215, все же, ребят, мне кажется, действительно можно уже уходить. Мы вернемся в следующей серии. В следующей серии я вам обещаю то, что у нас уже будет 100% Амбрион. Мы сейчас пойдем домой, еще быстренько посмотрим на того покемона, которого мы словили. И уходим, ребята. Да, больше нам сейчас тут нечего ловить. Ну, я прям реально в тот момент, когда я увидел, что там с задницы кого-то вылетают звездочки, я, по сути, уже обрадовался, что какой-то там шайни. Я просто первую секунду я не сообразил, что это нафиг какает там единорог какой-то заспавнился радугой звездами. Да, я сначала не понял. А потом понял, дошло до башки. Это же шайни. А потом, когда я увидел, что это за шайни, у меня прям реально дар речи потерялся. И вот я его случайно... Имя перепутала, можно и так сказать.
Так, ладно, все, давайте уже уходим. Уже там 100% нечего. Нечего. Мне кажется, если бы мы потратили все боллы, которые у нас были, то я бы, наверное, все-таки на него даже мастербол потратил. Я не знаю, но просто. Я бы потратил на него даже мастербол. Потому что, ну, зря бы... Точнее, я бы не упустил вот такого шайни покемона. Хундума. Хундума. Твою мать, вот я сказанул. А, ребят, я еще раз прошу прощения. Но он реально красавец. Был бы я девушка, я бы запал, честно. Хотя я, может, и так западу спустя несколько серий. Там свадьбу закатаем, дети, все дела. Но все же, ребята, вот смотри, какой синенький. Какой, как... да стой ты... Задницу тебе насолили, что ли? И смотри, какие у него... Нет, не жопа, глаза такие красненькие. Он офигенный. На нем можно кататься? Нет, я бы на тебе покатался. Вот я уже начинаю западать. Он реально крутой. В принципе, он у нас будет 100% капитаном. Плюс саму он уже... Он уже 45 уровень. Давайте посмотрим. Да, атаки, конечно, днищанская. Но все же мы ему потом изучим. И тот же Flame Trower, да... Посмотрим, посмотрим, ребят. Я, в принципе, по сути рад, то, что он заспавился, потому что это охренеть. Плюс к тому, твою фуражку, там же еще есть... По Черису давайте посмотрим. Вот, по Черису. Вот, ребята. Поэтому не забываем, я же на начале серии вам сказал то, что... опрос такой небольшой, ребята, чтобы вы проголосовали в комментарии. Согласны ли вы, не будете ли вы против? И, в принципе, мне кажется, это действительно будет очень полезный и очень даже приятный обмен, если мы обменяем, если мы отдадим свою 77 уровень по Черису, обычную, если мы отдадим вот эту шайни по Черису, которую мы словили на начале этой серии, и возьмем взамен себе 77 уровень шайни по Черису, то есть вот такой обмен одной по Черис, двух по Черис, да, шайни прокачанной, на еще одну по Черису прокачанную, да, мне кажется, это будет прикольно. Потому что, ну, зачем мы тогда ловили вот эту шайни по Черису, если мы ее не будем использовать? А прошу прощения, я заново не буду прокачивать по Черису опять до 77 уровня, если я вот это уже нафиг хочу как можно быстрее выкинуть с команды, потому что, ну, она уже реально заколебала немного, то новую прокачивать это вообще охренеть просто можно будет. Поэтому, ребят, честное слово, надеюсь, то, что вы меня поймете. Ну что, мы на этом уже будем заканчивать. Ребят, честное слово, классная серия получилась. Вот как я заметил, почему-то шайни офигеть как стало больше спавниться. Или мне просто в этой серии повезло, не знаю. Вот так бы легенды спавнились. Но, ребята, я вам обещаю и даю слово, то, что если сегодня до вечера, пятница, все приходят с школы, с работы, с детского садика, еще там откуда-то, да, то знают то, что у них начинаются выходные. Если вы хотите видеть на выходных еще одну серию Пиксельмона, если вы хотите отдохнуть по полной программе, завтра видеть серию Пиксельмона, и просто порадоваться, что вот еще одни покемошки, то, ребята, поставьте лайк, ведь если сегодня мы до 12 там, часов ночи наберем 1000 лайков, то я вам даю слово, то, что завтра выйдет следующая серия. Если мы наберем лайк, а серия не выйдет, вы знаете то, что делать. Написать мне ВКонтакте, я буду вам должен... подарить подарок, добавить вас в друзья и также расписаться у вас на стенке. Но это если видео не выйдет. Но все же, ребята, реально ставьте лайки, я также буду очень сильно этому рад. Не забываем оставлять комментарии. Есть многие неверующие, те, кто не верят, что я отвечаю на вопросы своих подписчиков и проверяет меня. Но все же, ребята, если вот ты имеешь желание со мной пообщаться или что-то спросить, оставь свой комментарий под этим видео, я буду иметь большое желание его прочитать и также на него ответить, если ты, конечно, не веришь в то, что я общаюсь. И последнее, что, в принципе, вообще самое главное, не забываем подписываться на мой канал. Я вот прям тебя бы хотел попросить подписаться на мой канал. Я буду очень сильно рад, если ты это сделаешь. Я с удовольствием тебя приму в нашу большую дружную семью. Поэтому, ребята, мы уже заканчиваем. Еще раз скажу всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.